мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. В связи со сложившейся паводковой ситуацией в поселке Кахем Кызылского района в помощь пострадавшим землякам активно подключаются организации, предприятия, индивидуальные предприниматели и неравнодушные жители республики. Сегодня началась работа по отгрузке угля и дров населению. Запасы твердого топлива пострадавшего населения, оказавшись в воде, естественно, пришли в негодность. Примечательно, что к волонтерам республиканского добровольческого штаба подключаются и сами пострадавшие жители. Штаб обеспечивает бензином, поэтому развоз твердого топлива осуществляется быстрее. В настоящий момент уже сумма оказанной спонсорской помощи составляет более 4000. Отрадно отметить, что и горнорудная компания отозвалась и обеспечила 52 тонны угля. Также Госкомлес дал дрова, но мы совместно с социальными работниками и волонтерами выявляли первую помощь необходимую гражданам, в чем они остро нуждаются, и оказалось, что почти каждой семье необходимо уголь и дрова. Мы получили очень много помощи в виде продуктов питания, одежды, по индивидуальным заявкам. Нам в этом активно помогают волонтеры. Вчера уже первую партию вещей мы раздали, и по домам ходили, и в этот штаб тоже обращаются много родителей. На сегодняшний момент, вот мы до обеда посчитали, что полностью по заявлениям, по личным, вот то, что им надо, обеспечена 61 семья. Кроме отгрузочных работ, волонтеры также разносят по домам продукты питания и вещи, собранные силами спонсоров и неравнодушных людей. Кто-то нуждается в продуктах, а кому-то необходима теплая одежда и обувь. Поэтому благотворительная помощь формируется индивидуально. Мы всем жителям, которые написали заявление, предоставляем продукты питания, вещи, обувь. Очень много людей, которые желают нам помогать. Это вот, например, Улухемский кожун. Вчера целый багаж привезли, 33 пар обуви привезли, 11 мешков картошки. Мы открыли пункт сбора вещей по улице Калинина 1Б, это марзавод, второй этаж, 213 кабинет. Все желающие тоже могут прийти с вещами, с продуктами питания, поэтому призываем тоже жителей. По состоянию на 5 апреля с улиц приусадебных участков жилых домов поселка Кахем откачано около 3500 кубометров воды. Количество потопленных домовладений составляло 14 жилых домов и 3 участка. Стоит отметить, что в штабе в круглосуточном режиме принимаются заявки от населения по откачке воды. Кроме того, организованы две группы по оценке ущерба. Специалисты службы ГУЧС Тувы рекомендуют собственникам частных домов страховать свою недвижимость. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва рекомендует жителям города не рисковать и застраховать свое имущество на случай паводка. В большей степени это касается граждан, чье жилье находится в зоне возможного потопления. И начинать заниматься этим вопросом необходимо перед наступлением паводка опасного периода. По условиям страховых компаний договор необходимо заключить не позднее, чем за месяц до наступления страхового случая. По всем поступающим вопросам в штабе консультируют сотрудники Министерства юстиции республики. Помимо этого, аварийно-восстановительными работами на месте потопления продолжают заниматься спасатели. В связи с приближением полевого сезона филиал Центра лесозащиты Тувы готовится к организации государственного мониторинга воспроизводства лесов в 2018 году. Специалисты приступили к работе по подбору лесных участков и составлению плана графика натурных обследований. В этом году объектами натурных обследований в рамках мониторинга будут выявляться площади, отнесенные к землям, занятым лесными насаждениями в 2015-2016 годах. Объем государственного задания по мониторингу в 2018 году на территории республики составляет 700 га. Перечень объектов, подлежащих обследованию, и их график будет доведен до Государственного комитета по лесному хозяйству республики и до его подведомственных учреждений.
Конкурс «Цветущий Кызыл» на лучшее благоустройство территории объявляет о приеме заявок. Он проводится в целях широкого привлечения общественности к деятельности по организации благоустройства и озеленения территории города. Воспитание бережного отношения к жилому фонду, придомовым участкам, зеленым насаждениям и памятным местам. По положению конкурса участниками могут стать организации любых форм собственности, индивидуальные предприниматели, управляющие компании, ТСЖ, трудовые и творческие коллективы, инициативные группы жителей многоквартирных домов и, конечно, активные граждане. Тринадцатого апреля в рамках Красноярского экономического форума состоится презентация проекта в формате роуд-шоу, в частности, проект создания макрорегиона Енисейская Сибирь. Реализация проекта предусматривает межрегиональную кооперацию Хакасии, Тувы и Красноярского края в целях социально-экономического развития. Напомним, что Енисейская Сибирь объединяет ряд крупных инвестпроектов, таких как строительство железнодорожной дороги Элегест-Кызыл-Курагина, создание технологических долин в Красноярске и Сайногорске, строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 58 копеек, евро 70 рублей 59 копеек. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». Минтруд Тувы подготовил прогноз развития регионального рынка труда на ближайшее десятилетие. По его итогам, численность экономически активного населения в республике в прошлом году составила около 130 тысяч человек. Спрос на рабочие места в республике, как выяснили авторы исследования, в 14 раз превышает предложение. То есть на одно место претендует 14 безработных граждан. Осложняет ситуацию с трудоустройством тот факт, что специальности безработных граждан не соответствуют вакансиям. Так, в группе безработных с дипломами о высшем учебном образовании отмечается избыток юристов, экономистов, бухгалтеров, инженеров, агрономов, учителей физкультуры, биологии, истории русского языка и литературы. В числе более 1500 свободных рабочих мест, предлагаемых работодателями сегодня, наибольшую долю вакансий формируют предприятия дорожной, строительной и горнодобывающей отраслей. На них приходится сегодня 57% всех вакансий. Около 20% объявлений о приеме на работу говорят о потребности в гидрологах, поварах, парикмахерах, продавцах и водителях. Оставшиеся 20% делят между собой сельские учреждения образования и здравоохранения. В связи с наступлением теплого времени года Министерство здравоохранения Тувы напоминает об опасности укуса клещами и необходимости пройти курс вакцинации против клещевого энцефалита. По информации ведомства, стоимость одной дозы вакцины составляет около 700 рублей. Вакцина против клещевого энцефалита относится к иммунобиологическим лекарственным препаратам, поэтому при ее приобретении следует строго соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил. Напомним, что бесплатное вакцинирование проводится детям и работникам, чья деятельность связано с выездом на лоно природы. Следует также знать, что Тува относится к территориям, эндемичным по клещевому энцефалиту, поэтому прививки против этого опасного заболевания, которое может привести к инвалидности или даже к летальному исходу, настоятельно рекомендуется. Исполнители тувинского хюмея в Европе соревнуются за звание лучшего. В сети интернет проходит первый европейский конкурс горлового пения. Конкурс разработан ассоциацией Asia Nomada с целью продвижения культуры Центральной Азии. Главная цель конкурса – это способствовать межкультурному обмену и популяризации искусства тувинского горлового пения, а также развитию и поддержке его творческого потенциала. В конкурсе могут участвовать индивидуальные исполнители, а также коллективы горлового пения из Европы без ограничений по возрасту
возрасту и полу. На сегодня заявки подали 14 участников, которые по условиям конкурса отправляли организаторам короткий текст презентации и видео, где песни представлены в любом стиле. В финале будут 3 призовых места. Это победитель конкурса и обладатели сертификатов за 2-е и 3-е место. Радиостанция «Голос Азии» запустила очередной радиоквест «Замес майонез». Теперь участники квеста будут сражаться в смекалке за подарки от магазина «Химтоп» на «Юной Курседе» 103/1. Для участников они приготовили безопасную линию натуральных средств для стирки белья, посуды и не только. И, как всегда, его получит тот, кто первым найдет. Но чтобы получить подарки, слушатели должны разгадать загадку. С помощью нее становится ясно, где в Кызыле ведущие спрятали приз. Побеждает тот, кто угадает это место и приедет первым. Замес майонез. Поздравляем вас. Спасибо. Держите. Играйте вместе с радио «Голос Азии» каждый день по будням с 13 до 14 часов. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность без осадков. В Кызыле переменная облачность, также без осадков. Температура воздуха ночью -1, -3 градуса, днем +11, +13. На дорогах местами гололедица.